Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вас хочу познакомить с моей любимой дочкой Маликой. Привет! Сегодня мы с ней будем пробовать что-то очень классное. Я надеюсь, что это классное. Мы узнали про такие ресницы, которые можно приклеивать, как-то магнитная там подводка, что-то такое. И вот мы приобрели. Вам будет интересно. Я думаю, да. И посмотрим, работает ли это или нет. Так что давайте начнем. Пришло оно вот в такой коробочке симпатичной. Значит, я получила брошюрку, специальные щипчики, подводка. Давайте открою, посмотрю, что там за подводка. Ой-ой-ой, вот она. Так, подводка и вот сами ресницы. Ой, с какой стороны открыть? Вот они. Вот. Два разных вида. И они тут вот как на магнитике. Вот смотрите. Вот я опускаю, оно прям магнитится. Ой. Ой. Как легко! Я не думала, что так легко будет, и я не думала, что так красиво выйдет. Надо будет немножко вот тут по концам подрезать, потому что слишком длинные, да, и тебе будет так слишком больно. Это, конечно, супер. И они многоразовые. Их прям, не знаю, раз 50, наверное, можно использовать. Я буду их прям беречь. Сниму, обратно в коробочку положу, и только по каким-то важным событиям. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.